Добрый день. Сегодня будем готовить рождественскую кутью. Сейчас еще первая половина дня. Готовится она быстро, так что вы до 6 вечера, до 7 обязательно сготовите кутью. И пусть первая рождественская звезда, какая появится в небе, принесет вам благополучие и исполнение самых добрых ваших желаний. С Рождеством вас Христовым наступающим! Всего вам доброго, счастья, здоровья! И пусть у вас в семьях будет благополучие и согласие. Вот мак у меня запаренный в кипятке. Предварительно он был перемолотый. У меня есть такая макотерка, типа мясорубочки, только там не решетки, а как жернова. Вот, он перетертый уже, и его просто запарить. Если мак не перетирать, то его нужно варить около часа, а потом через мясорубку 3 раза провернуть. Вот, орехов немного здесь. А вот это у меня пшеница варится. У нас продается пшеница. Только это она вымачивают или что, мягкая, вот. Я ее даже и не намачивала на ночь. Вот это сейчас варю. О, вот уже она, видите, раздавилась на ложечке, уже готова почти. Вот, еще чуть-чуть. Буду делать, все покажу. Ее просто заправить надо. О, мягенькая уже, все. А если продают пшеницу, все равно пшеницу, какую продают для кутьи, что-то с ней делают, или ее что-то мочат, и что-то, ну не знаю, она мягче, чем просто пшеница. Если просто сухую купить пшеницу, то я не знаю с нее, что получится, там день, наверное, надо варить. А это быстро делает. Вот в миску сложила пшеницу, отцедила. Мак процедила. Там немного настоялось макового молочка, такое беленькая водичка от перемолотого мака. То я сюда влила. Вот, водичка тут, вот видите, чтоб не сильно густое было. Теперь мед добавлю. Вот у меня вот такой полугустой. Ложку. Добавляйте все на... Вот у меня здесь как стакан пшеницы, где-то полстакана мака. Теперь меда. Смотрите как на ваш вкус. Я столовую ложку добавила. Мало кому, добавляйте больше. Так. И орехи добавлю. Все делается просто. Так. Орешков. Горсти еще немного пройду качалочкой. Кутья вот эта постная кушается сегодня вечером. Сегодня 6 число. Сегодня вечером считается, как взойдет первая звезда. Кутья, узвар, это компот такой насыщенный из сухофруктов. И еще считается 12 постных разных блюд. Так, еще вот это. Хотя не хватит орехов. Хватит. Вот и все, кутья готова. Взяла вот отдельно немного. Нормально, пшеница мягенькая. А сладенькая. Меду достаточно. Все, хорошо вышло. Ставлю на балкон, будет ждать своего часа. Рождественская кутья готова. Желаю каждому сготовить такую кутью и сегодня вечером покушать кутьи. Счастливого вам святого вечера и счастливых рождественских праздников. До новых встреч!